Всем привет, с вами канал Артмания. Я немножко болею, немножко охрипшая. Едем, у нас сегодня второй день. Вчера мы вечером сели, сегодня вот с утра проснулись, едем. Вот такая у нас каюта, я ее уже показывала. Сейчас мы ждем обеда, мы были на солнечной палубе. Загорали, грелись нас. Ну, Жень загорал, а я грелась на солнышке. Дима остался с бабушкой в городе, там, в Самаре. Дома остались. Вот, а мы поехали. Несмотря на то, что ребенок болел, выздороветь успел немножечко. А у меня болело горло, и теперь у меня появился сегодня кашель. Как-то вот так вчера было, не было. А сегодня я уже пью таблетки, у меня уже начинает там какое-то отхаркивающее, что ли, там что-то появляется. Короче, такие таблетки я пью, но такая редкостная гадость, честно. Вкус там какой-то. Сначала начала сосать, не знала, что их можно... Нужно, оказывается, нужно жевать, проглатывать. И у меня онемело вот так вот половина неба, половина языка. И было вообще просто неприятно. По вкусу они как какая-то сода. Не знаю, просто ужасно. Сейчас я, наверное, прокашляюсь. Буду ждать Женьку. У нас сегодня такое вот длинное расписание. Сейчас у нас уже обед. Сейчас обедает первая смена. Потом будем обедать мы, потому что там столы ставят с расстоянием, чтобы никто не заразился. Вот. У меня не коронавирус, у меня просто кашель, но я очень давно уже не болела. Я уже лет 10, наверное, не болела. И для меня это вообще просто необычно, я даже не знаю, что делать. Если горло болит, я знаю, как вылечить, а кашель я не знаю. Я стараюсь кашлять только здесь, в каюте. На улице, там стараюсь не кашлять, чтобы людей не заразить. Ну, мало ли, короче, так вот. Стараюсь перетерпеть, домой приеду, дома подлечусь. Тем более мы всего лишь там на несколько дней едем. Вот так вот. Сегодня у нас, кстати, Казань. Мы ждем Казань. Вот так выглядит, телефон заряжается, в телефоне постоянно торчишь. Заняться нечем. Там он колосочек. Такая вот маленькая, первый раз у нас такая маленькая каюта, очень, очень, кстати, тесная. Невероятно тесная. Если бы, допустим, Женька была с таким с большим пузом, и, допустим, я бы была с большим, ну, если бы, допустим, два человека очень толстых, то реально тут просто не протиснуться. Мы вдвоем тут просто вот с трудом протискиваемся, а люди не протиснутся. Короче, так вот. Отдыхаем. Отдыхаем. Озеро Кабан, то протяженность его 8 километров, глубина 15 метров, глубина ила плюс еще 10 метров. Так вот, на все наши ханы, прежде чем бежать, богатство стали в озеро кидать, и золото свое, и серебро, не отдавать жене другом добро. С тех пор лежат сокровища на дне. И слухи о том, что дно хранит сокровища несметные, были такие упорные, что американцы в начале 20 века помощь предложили по очистке на озеро Кабан от многометрового слоя ила бесплатно, но при условии, если вдруг что-то найдут, все заберут. Никто, естественно, эти условия не пошел, решили своими силами очищать, но озеро Кабан, и вернее, вовсе не очищать. То есть сокровища лежат где-то под многометровым слоем ила. Почему Кабан? Не потому, что здесь бегали кабаны, а потому что Кабан в переводе с древнетюркского языка означает «выемка в земле», «водоем». Обратите внимание на минарет бело-зеленого цвета, мечеть имени Шагабуддина Марджани, старейшая в Казани, построена по указу царицы Екатерины II.
И буквально несколько метров 200 от этой мечети виднеется еще один минарет. Вот раньше мечети строились по правилу, слышно или не слышно призыва на молитву. То есть сегодня обязательно должно быть наличие прихода, а раньше не было микрофонов, поэтому мечети очень близко друг от друга строились. И там же можно увидеть восстановленные дома на противоположном берегу, в которых проживали когда-то богатые татары. Первый этаж был кирпичный, второй деревянный. Внизу лавки-мастерские, уже купец со своей семьей проживал на втором этаже. А когда русские татары стали жить вместе, мечети стали появляться и в русской части города. Посмотрите, с правой стороны одна из таких мечетей называется Закабанная, за озером Кабан. Или ее еще называют Юбилейная. Она была построена к тысячелетию принятия ислама. Ислам был принят в 922 году, и эту мечеть, получается, строят через 1000 лет. Причем в то время, когда, наоборот, стали закрывать культовые учреждения, эту мечеть вдруг строят. И вот чтобы получить право на строительство мечети, пришлось ехать в Москву к Сталину. Он им разрешил, но успели провести буквально... 2005 год, год празднования тысячелетия. Вот я помню нас, экскурсоводов, когда провозили по обновленной Казани, показывали город к тысячелетию. Просто... неожиданно было, когда мы привыкли, что вокруг строятся каменные джунгли, а тут вдруг такой деревянный городок в самом центре нашего города. Так вот, буквально минуток 10, наверное, минут, чтобы еще к театру кукол успели. Жень, не убегай. Все, ладно, почему должен быть? Тоже наш теплоход ходит, другая группа. Угу. И он тоже наш теплоход. Озерцо, смотри. Вон там вообще гамак, смотри. На гамаке катаются. Женя.
16-летний мальчишка пел Федор Шаляпин. Именно здесь в советские годы располагался театр кукол «Экия сказка». Театру стало тесно в здании церкви, и они обратились с просьбой к нашему руководству, сначала к первому президенту, затем второму, с просьбой выделить более просторное помещение. Мечта исполнилась, театр появился, и через 3 года храм вернули верующим. А с правой стороны сейчас 2 здания, достаточно протяженных. Это как раз таки здания бывших суконных мануфактур. Мы с вами на улице остановились, ну а в центре, приглядитесь, фонтан в форме котла. Вот если посмотреть на наш город с высоты, создается ощущение, что мы находимся в огромной котловине. Котел Козан. Перевод «гулять», «выбрать сувениры». Начинается улица с часов. Посмотрите, влево окна, возле этих часов, вот они черного цвета, где стоит красный автобус, по этой прямой друг за дружкой будут стоять сегодня 8 автобусов. Среди них будет наш микроавтобус. Пройдя через подземный переход, можно оказаться на второй пешеходной улице, улице Петербургской. Она уходит вправо. Две пешеходные улицы, Баумана и Петербургского, разделяют подземный переход. Здесь же станция метро «Площадь Тукая». Улица Баумана начинается с часов. Если ваши друзья в Казани назначат встречу возле часов, не переспрашивайте возле каких. Вот здесь, в самом начале улицы Баумана. А вторая пешеходная улица начинается с имитации стрелки Васильевского острова. Памятника Петру Первому на этой улице нет. Его привезли в 2005 году, даже начали установку, но татары завозмущались. Они были не согласны с реформами, которые Петр I проводил по отношению к татарам, когда в последний момент установили бюст Гумилёва. Сергей готов был терпеть еженедельные публичные порки взамен на учебу в Казанском университете. Ну а сегодня на этой площади памятник известному химику Бутлерову, студенту, дважды ректору Казанского университета. А будучи гимназиастом, когда он еще только активно готовился, в ссылку отправлялись многие известные русские писатели, декабристы и их жены. И вот Варваринская церковь с правой стороны, где как раз-таки совершался по городу гуляет легенда. Два человека, говорят, пришли устроиться в хор, в этот храм одного отказали, признав его бездарностью, а другого приняли. Отказали Шаляпину, а приняли его друга Максима Горького. Технологического университета рядом в форме терема здание художественной школы, да еще до недавнего времени это был филиал Суриковского. С правой стороны сквер, который носит имя Льва Николаевича Толстого, за этим сквером в 3-этажном особняке он проживал своей тетушке, которая мечтала, что ее любимый племянник обязательно однажды станет дипломатом. С правой стороны хореографическое училище, а с левой стороны главный корпус химико-технологического университета. Вот сейчас уже и не вспомню, когда впервые был единый госэкзамен введен, но именно в тот год на нефтяной факультет здесь был конкурс более 100 человек на одно место. Тогда ажиотаж, конечно, был еще и с тем, что впервые проводили ЕГЭ, но тем не менее. С правой стороны джаз-кафе, но с имя Василия Аксенова. Версия есть, что муза Сальвадора Дали и Лена Дьякова тоже родилась в этом особняке, но не все историки с этой точки зрения согласны. В отдельную категорию выносили театр Казанский, там, где памятник Ленину стоял, к сожалению, сгорел, и построили в 1956 году с левой стороны театр оперы и балета имени Мусы Джалиля. С левой стороны корпус КАИ, высшее учебное заведение, которое соответствует международным стандартам. Там, где одни из самых дорогих сегодня квартир в центральной части города. Дома, которые напоминают настоящие замки, дворцы. Вот трудно представить, что еще недавно относительно до празднования тысячелетия, в 90-х годах, до 95-го года здесь были трущобы, здесь стояли дома, в которых не было как таковых удобств. Жители этих домов по программе ликвидации ветхого жилья переехали в абсолютно новые квартиры. Ну а здесь, на лакомом кусочке земли, в самом центре Казани, отстроили дома, где квартиры. Арена. Вот он с правой стороны, бликующий храм стадиона Казань-Арена, 45-тысячный, который был построен еще в Универсиаде 2013 года. Открытая зона – это футбольное поле, под навесом сидят болельщики. Высота газона 3 сантиметра, профессиональные болельщики знают, 3 сантиметра 2 миллиметра. Уникальная дренажная система, дождь, вода через этот газон, как сквозь сито, проходит, остается абсолютно сухим. Чуть левее от стадиона в форме волны дворец видов спорта, уникальный в нашей стране. Мы гордимся тем, что пока ни в Москве, ни в Петербурге нет ничего подобного. Там 3 бассейна внутри. И уникальность чаш в том, что глубина их регулируется в зависимости от требований соревнований. То есть, если нужно поглубже, пожалуйста, брать глубину, тоже никаких проблем. От 30
Здание крематория, на что ему ответили: да нет же, это Ленинский мемориал. Сегодня здесь библиотека, ультрасовременная библиотека была открыта в прошлом году, ко дню рождения Казани. Многотонные стеллажи, буквально легким движением руки можно сдвинуть с одного места на другое. Театр оперы и балета имени Мусы Джалиля. А в мае ежегодно проходит балетный Нуриевский фестиваль, и каждый год в феврале проходит Шаляпинский оперный. Идешь, что ли? Там как красиво. Скверик, вон там какие колокольчики. А фасад не в этой церкви? Стали выглядеть бледными, больными. Подавали, решили предпринять меры серьезные. Студенты жили в интернате, ночевали в одной комнате. Но с наступлением темноты у них вносили свет. Ключи забирали. Но студенты оказались хитрее в темноте. Друг дружке рассказывали все то, что успели прочитать в дневное время суток. То есть вот настолько велико было желание первых студентов получить знания. Мы с вами сегодня говорили по ходу экскурсии, проезжая мимо памятника водовоза, что воду для жителей Горянской части в нашей стране Казанский государственный университет, второй после МГУ имени Ломоносова. В 1804 году подписали указ об открытии в нашем... Тоже рассчитывалось Лобачевским. Здесь вот обсерватория за главным корпусом тоже рассчитывалась Лобачевским. Здесь нужно было сделать библиотеку открыть, он работал библиотекарем. То есть действительно университет был для него всем. Это был строгий, но в то же время очень уважаемый в университете человек, но вдруг в одночасье, когда резко в 40 лет стал терять зрение, обратился за помощью к университету, ему было отказано. И тогда же, и неожиданно для него же, и для всего университета, его сняли с должности ректора. В нищете, в слепоте умирал на современного лицевого, известный математик. С правой стороны пассаж Черноярский, рядом небольшой особнячок, и еще один пассаж, Александровский пассаж конца 19 века. Потолок полностью стекла, первый лифт. Здание появилось вот именно здесь. Но с 90-х годов находится здание на реставрации. Выходим из автобуса, а из Кремля выйдем через Дайницкую башню Казанского Кремля. Поэтому не теряемся, группа небольшая. Я думаю, что все уже предыдущие группы прошли Кремль, и будем надеяться, что очередей не будет уже. Поэтому здесь ничего купить не буду, я вообще. Я помню, мы тут были, знаешь, когда в аномальную жару. О, а нас уже само все на солнце останавливал. Рассказывал. А мы все в синёк убежали.
Подожди, давай. Сюда же. Сюда. Итак, Кремль — это крепость. Это форпост, это место, где лично отнесли любой город. Вот отсюда тысячи лет назад с этого места парусы пожарные. Конечно, ведь суеты доступны полностью. С той стороны, откуда вошли, был лес, и мучили с другой стороны. А куда? Потока была, впереди река Казанка, ну а справа был обрыв. Стен изначально не было. Они появились гораздо позже. Таким, каким мы сегодня видим Кремль, он стал после 1552 года. То есть после того, как он огромный. Большие мечети сейчас есть и в Дагестане, и в Чечне, и в Дагестане. Наша мечеть вмещает 2500 верующих. Кстати, новый храм, в котором мы с вами побывали, храм по имени Коми Казанской Божьей Матери. Коврик какой, смотри. Пойдешь в мечеть? Я, наверное, нет. Я уж там был бы, брат. Ну давай зайдем. Все равно дело. Что там же металлоискатель? Thank you.
Значит, для нас, для туристов, клуб для журналистов. Отсюда берутся съемки праздничных мероприятий. Внизу зал мужского, за белым рождением, на улице женщины. Посмотрите, на ковер в мужском зале состоит из отдельных комнатов. Молитва намаз, комнаты, на котором молится, намазы, ручной, работа, подарок, профессиональный ран. Люстром, любимый чехер, настоящий чешский фуслан, с одного семьи, реальный контент. 300 лампочек, свежая люстра. Ее вес 1300 килограмм, настоящий чешский фуслан. В мужском зале с левой стороны есть кафедра со ступеньками. Она называется мимбар. Вот каждую петлю, в каждом окне синего цвета арабская вязь. И это тоже все имя Аллаха. 99-0. Сотое имя знает только сам Аллах. Лестница в нашем балкончике, которая есть на противоположной стороне, это выход на два малых туалета. Две башни, которые предъявляются. В мужском зале кулон, деревянные двери. Такие же по нашему балкончику. Это уже выход на четыре больших туалета. Вот если бы у вас муэдзина, человека, призывающего молитву, призыв в мечети есть только внутри, в стенах этой мечети. За пределами призыва на молитву в этой конкретной мечети никто не слышит. Почему? Мы с вами дальше пойдем по территории Кремля, проходя мимо храма православия. Это программа Через дверь. Это не татарская мода, это в Китае уже турецкие фильмы, дань восточной моде. Бабушки татарки в татарских деревнях так не ходят. А в день свадьбы, как правило, это уже обычная европейская невеста, к которой мы привыкли. Мечеть Кул-Шариф ни за какие деньги обязаны так не ходить. Вот как бы они не повышали ценник, желающим быть предоставлены в этой мечети, будет предоставлено. Чего это? Вот он, Благовещенский собор. Можно здесь с правой стороны прийти. Если вы хотите, можете видеть Благовещенский собор, центральный вход, который построен в 16 веке. Приезжаю, конечно, в строении, вот этих лиц. Вот это, если текло в Сюмбике. Верующим должно быть.
просто ничего не боюсь. Отсюда же можно видеть и стадион, да, с крыши такая белая, серебристо-зеленого цвета. Впереди дворец водных видов спорта. Идет, да, там мужчина? Идет. Ну да, может, давай не потеряйте зрителей. Он сейчас здесь, там Его называли чудаком, многие посмеивались над ним, но это человек, который действительно, имея свою семью, помогал тем, кто, как он говорил, в его помощи действительно нуждается. Он всегда говорил, что деньги под ногами, не поленитесь, наклонитесь. Приехал сюда погулять на Кремлевскую набережную, место действительно очень популярное. Зимой все это превращается в настоящую новогоднюю сказку, обязательно будет возможность приезжать в Казань в зимнее время, для того, чтобы посмотреть. Итак, вот он, Петропавловский собор с правой стороны, и впереди, если мы пересечем улицу Профсоюзную, мы окажемся уже на улице Баумана. Богатая палитра цветов, она не характерна. Здесь она объясняется тем, что строили его не русские, строили его византийские, флорентийские мастера. И каждый мастер всегда обязательно дает дань тому месту, в котором... Я вдали,
Прямо на нашем Ленинградском душе песня. Как Ленинград. Какие она там часы, ты говорил? Немного странновато это все выглядело. Во-первых, они свое лицо густо натирали белилами. Какой у него нос длинный. Как раз у меня батарейка уже садится. Остановись. Казань, Казань, Казань. Пока-пока, Казань. Снова мы садимся. Ой, постоянно, каждый раз плывешь из Самары, да? И обязательно в Казань заплываешь, обязательно. Вечер. Пока, Казань. Пока-пока.